Итак, здравствуйте еще раз. Доброе утро у кого-то не очень. Не очень утро, в смысле. Мы сегодня начинаем и заканчиваем одновременно. У нас сегодня будет последнее занятие. Я говорила вам, что будет, возможно, два, но нет, занятие достаточно короткое, и мы почти все прошли. Поэтому вот, сегодня будет завершающий урок по курсу Камалашила 3, с чем вас поздравляю. Вот, 6 человек, хорошо, замечательно. Давайте сделаем мандалу. Кто-нибудь, чтобы кто-нибудь запевал. Давайте Татьяна. Включите, пожалуйста, микрофон, и мы будем с вами вдвоем. С включенным микрофоном. Сделаем мандалу. Пуки, джукши, меток, там. Рира, плинши, нинбеген, пади. Санье, шинду, мигте, уварки. Отлично, спасибо большое. Итак, мы с вами остановились на... нам кажется, Марина показывает экран. Спасибо большое за картинки. Так. Мы остановились, помните, на том месте, где, во-первых, на картинке поговорили про membership only, где картинка, где, в общем, вход только для VIP. Да. И у меня есть для вас еще пару слов сказать про это. Я желаю здесь говорила о том, что... То есть, о чем речь, если кто не помнит? Речь о том, что как бы Будда сделал закрытыми в каком-то смысле эти учения, потому что он не звал всех на них. То есть он не говорил всем друзьям в подъезде: пойдемте слушать Камалашилу. И то есть к нему по этому поводу был вопрос. То значит, он такой вот и не очень-то и просветленный человек, раз он не всех зовет. Как бы на такое хорошее дело. Вот. И, то есть, типа, не всеведущий, не просветленный. И ответ на это в том, что
как раз именно поэтому мы можем сказать, что он всеведущий и просветленный, потому что если бы он позвал всех, то большая половина, больше, чем половина людей слились бы следующим утром с этих занятий, потому что они не готовы. И поскольку он всеведущий, он знал, что только некоторым можно прийти на эти занятия. Вот. И также было сказано, что если вы не готовы, но вы всё-таки придёте, то вы не услышите учений. Вы их не услышите, и вы их не поймёте. И Иисус говорил, что как-то по-другому, может быть, звучало, что если у вас есть уши, то вы услышите. О чем это? О том, что если вы готовы, то вы услышите. Если нет, то нет. И небольшое отступление к картинке, где папа несет на плечах своего сына. И также про готовность. Это про бодхисатт, правильно? Мы помним про это, что быть бодхисаттвой значит нести людей. Значит, во что бы то ни стало, брать и помогать им. И Гешла говорил, что когда еще не было колледжа DCI для обучения людей на то, чтобы они стали преподавателями DCI, то Гешла звал их, кого-то приглашал преподавать, и как бы, поскольку они ездят по всему миру и возят с собой чемоданы, переезжают, там у них 2 дня в одном городе, 2 дня в другом, потом следующая страна, и вот так вот, ну, целый тур, 6-7 городов у них тур. И, ну, понятно, что у них они не нанимают никаких там грузчиков, и они носят все свои чемоданы, а там вот достаточно много вещей и всякие там музыкальные инструменты. И как бы вот, если ты хочешь быть учителем DCI, то на тебе чемодан, неси его. Вот еще там 2 чемодана с какой-нибудь дармой, с книгами, с инструментами. И если ты отказываешься, если ты не хочешь нести, если ты не можешь, если ты говоришь «нет», я, пожалуй, только учитель буду. Я буду вот хочу сидеть и разговаривать красиво на большую аудиторию. Я не буду нести чемоданы. То тогда ты не настоящий бодхисаттва. И тогда ты, ну, ты не готов нести людей, ты не готов помогать им. Если ты хочешь только получать от себя, ну, для себя что-то в этом. И еще мы с вами говорили про 5 вещей, которые случаются с вами, если вы будете медитировать и практиковать. И кто-то помнит, какая 5-я вещь, которая с вами случится? Я жду вашего ответа. 5 вещей, которые случатся с вами, если вы будете практиковать медитацию и внедрять ее в жизнь. Меня интересует 5-я, помните ли вы? Алло, алло, прием. Вы со мной? Ладно, вы спите. Я тоже. 5-я вещь — это очищение плохих старых семян. То есть мы говорим, что если вы практикуете, если вы изучаете сутру алмазного гранчика, то это то, что помогает вам очищать плохие старые семена. Вот, да, Елена написала, совершенно верно. Не то чтобы они автоматически очищаются, но они очищаются как бы благодаря тому, что вы изучаете, да. Почему мы говорим плохих и старых? Потому что обычно, когда мы уже изучаем, когда мы уже дошли до таких слов, как сутра алмазного гранчика, мы уже что-то знаем, и мы, ну, не ведем себя так, как вели раньше. И обычно вот эти плохие старые дела, которые мы делали раньше. Обычно сейчас мы их не продолжаем делать, если мы уже как бы изучаем это. Гешла говорит, самые свои плохие поступки я совершил в возрасте до 16 лет.
как мы их очищаем? Как мы, почему вообще, как, вот так, как так понять, что мы берем и очищаем семена с помощью сутры? Вы вообще невозможно убить семя, то есть неверно чисто теоретически сказать, что я вот убиваю свои плохие семена там и всякое такое. Это неверно в том смысле, что как мы очищаем эти семена? Мы просто открываем их раньше. Мы открываем их раньше до того, как они должны были раскрыться там, в нашей жизни. И поскольку они не такие сильные, то мы не получаем такой эффект, который должен был бы быть с течением времени. То есть как бы мы берем семена, кладем их вот на стол, на салфеточку мокрую, кладем семена, накрываем другой салфеточкой мокрой и ждем. И они как бы такие дают росточки, правильно, проращиваются. И ну и все, и потом мы их выкидываем, и все, они не растут дальше. Это то, что мы делаем с семенами нашими. Потому что они не, дальше не выживают. Они открылись, и все, и погибают. В какой почве растут плохие семена? Как вы думаете? Ответьте мне, кто не спит. Совершенно верно, Татьяна. Невежество. Да. В почве невежественного непонимания, откуда происходит ваш муж. Это прекрасная плодородная почва для ваших плохих семян. То есть это хорошая почва, да? А что будет плохой почвой для плохих семян? Что не даст им вырасти? Понимание пустоты, совершенно верно. Спасибо, Татьяна, да. Плохой почвой для плохих семян является семена мудрости. В смысле, почва мудрости. Как происходит процесс очищения? Мы помним про четыре силы, всякое такое, верно. И, кроме того, изучая сутру алмазного гранчика, как взойдет вот это семя? Ну, например, если вы посеяли убийство, то, например, у вас поболит голова, если вы очищаете именно это определенное семя. А там должен был бы быть рак. На самом деле, поболит голова, не знаю, в течение 15 минут. Это, то есть, семечко немножко выросло, отмокло, раскрылось и умерло. Все, его больше нет. И дальше слова из сутры. О субботе. Любой сын или дочь благородной семьи... Что такое благородной семьи? Что такое сын или дочь благородной семьи? Вместе с Бодхисаттвой. Любой сын или дочь благородной семьи, кто держит сутру или читает, или размышляет о ней, они будут страдать. Та-дам! Что это значит? Это значит, что их плохие семена будут открываться быстрее. И это значит, что поэтому у них будут головные боли, и они будут страдать. Гешела задавали вопрос, как понять, что вот у меня болит голова, и она болит, потому что я очищаю что-то хорошее, или потому что я что-то плохое сделала, у меня просто болит голова, потому что вот, из-за плохого семени. И Гешела говорит, что обычно после того, как вы очищаете что-то негативное, вы чувствуете легкость. Мы говорим, что нужно делать четыре силы до ощущения такого типа. И вот эта вот небольшая легкость, когда у вас болит голова, ну вроде бы и ладно. Или поболело, и все стало хорошо. Наверное, если поболело и все стало плохо, то это было не очищение. Вот, но это характерный признак. И далее. Просто скажу, как это сказал мой учитель, и не буду вдаваться в подробности, как он сделал. Далее в сутре говорится, что люди будут отговаривать вас от изучения, от веры в это, и будут осуждать. Это то, что случится, это говорится в сутре. Что люди будут, окружающие будут вас критиковать за то, во что вы верите.
будут говорить, ну, типа, ну, что ты опять на свой ламрим поехал? Или что ты в воскресенье в 8 утра странный человек сидишь у компьютера, спал бы? И это нормально. И, ну, знаете, типа, благотворительность вроде бы хорошо, вроде бы так в обществе поддерживается. Но когда... Не знаю, мне кажется, у каждого такие знакомые, которые, когда ты им говоришь, что вот я, не знаю, помогаю кому-то, я хожу в дом престарелых, они такие, чего? Типа, у тебя что, своих нету родственников? Посиди со своей бабушкой лучше. Вот. В общем, люди будут вас критиковать за это. И далее в сутре говорит, что вы будете страдать интенсивно. И дальше страшная вещь. Нет, ну, так сказал Гешла. Вы будете страдать интенсивно, и, может быть, люди убьют вас или посадят в тюрьму за то, во что вы верите. И Иисус тоже про это говорил. И особенно Гешла говорил про то, что... про критику, про то, что люди будут вас критиковать настолько, что вам будет тяжело, возможно, сильно. Но при этом в этом есть грань, что когда вы делаете что-то плохое и думаете, ну, это я просто сутру изучаю, и, короче, это у меня критика идет, потому что из-за сутры. А на самом деле вы делаете что-то, ну, плохое, и люди вас, собственно, за это осуждают. Гешла говорит, не прячьтесь за сутрой. Не думайте, ну, в общем, не будьте слепы в этом смысле. И иногда хорошо немного прислушиваться к тому, что говорят люди. Потому что в любой критике можно найти хоть какую-то небольшую крупиночку правды. И прислушаться к этому. И если вы действительно делаете что-то не очень хорошее, то люди об этом вам также скажут. Далее идем. Интересная мысль. Пустое пространство, которое осталось после очищения старого плохого семени, это лучшее место для посадки новых хороших семян. Когда выдергиваем сорняк из земли, он такой хороший, разросся, и вы выдергиваете из земли, а там осталось как бы такое углубление. И если он там рос, значит, там было достаточно влаги, достаточно света, хорошая почва. И вот в эту ямочку посадить новый, красивый, хороший цветочек, он точно приживется, и точно с ним будет все хорошо. И это будет лучшая почва для нового хорошего семени. То чувство, которое у вас остается после сожаления о том, что вы сделали чего-то не очень хорошего, и даже после того, как вы очистили, иногда немного остается такое легкое чувство грусти. Гешла говорит, что это лучшее место для посадки. Вот в этот момент сделайте что-то хорошее. Это лучшая почва для того, чтобы посадить что-то хорошее. Вот. Мне кажется, это такая мотивирующая мысль, и можно об этом подумать. Итак, мы переходим к следующей части сутры. И теперь давайте сделаем медитацию. Скажите, пожалуйста, пока все ли понятно? Хорошо ли меня слышно? И не заснули ли вы? Хорошо. Не сплю. Отлично. У меня 10:30 вечера, я тоже не сплю. Хорошо. Давайте сделаем медитацию. Садитесь удобно, уберите все посторонние звуки от себя, всех выключены микрофоны, все молодцы.
Выключите мобильные телефоны или отключите звук. Сядьте удобно. Расслабьте руки. Немного расширьте плечи. Немного улыбнитесь, мягко улыбнитесь. Чуть-чуть втяните живот. Расслабьте веки и расслабьте лоб. И сфокусируйтесь на дыхании, на длинных, медленных выдохах. И начните приводить свое сознание внутрь. В сутре алмазного гранчика, в следующей части, которую мы сейчас будем изучать, Субботи спросил, а как ты получил те учения, которые мы сейчас изучаем? И Будда ответил, я делал подношения многим миллиардам Будд. Мастер Камалашила говорит, хотите знать, какие подношения он делал? То, что Будда преподносил его учителю, чтобы попросить учения. Это были подношения его практики, а не вещей. Это хорошо и здорово преподносить материальные вещи, такие как еда, цветы, деньги. Но лучшее подношение для вашего учителя — это попытаться практиковать, что означает по-тибетски «дупа». Это значит, что мы не идеальны. И некоторые из нас много медитировали, мы много изучали сутру последние месяцы. Мы медитировали, старались следовать учениям о пустоте и карме. И, конечно, у многих из нас было много плохих дней, какие-то проблемы происходили в жизни. И это не всегда просто медитировать или делать ретрит в обычной жизни. Некоторые вещи происходят просто, но иногда нет. Иногда мы вставали рано утром, мы тратили время, которое мы могли провести с семьей или на работе. И многие из нас делали эти медитации, приходили на занятия и слушали эти древние учения. И, может быть, мы не идеальны, и мы не такие классные йоги, но в этом мире, в современном занятом мире WhatsApp, мы делаем лучшее, что можем. Для того, чтобы сделать наш ум лучше. И стать лучше самим. И у нас есть намерение и надежда, что мы можем помочь всему миру.
И в этой медитации давайте вспомним с самого начала, с того момента, несколько месяцев назад, когда вы только решили начать делать этот курс. Вы вступили в группу на Фейсбуке или написали кому-то из нас, или решили прийти в Баджаранг. Сами учения бесплатные, но, возможно, вы сделали пожертвование. Вспомните все ваши действия до сегодняшнего утра. Вы много работали. И многим людям вообще все равно на эти учения. Но вы были здесь, и вы делали лучшее, что можете, чтобы следовать древней философии. Мы несколько минут помолчим, а вы подумайте о том, сколько вы старались за все это время. Вспомните каждую вещь, которую вы сделали. Как вы готовились к этому классу, выделяли время. Как вы медитировали в группах. Вспомните что-то хорошее, что вы сделали. Это не время для четырех сил, это не про сожаление. Это время, это последняя медитация вместе. Мы делаем то, что сделал лорд Будда в сутре алмазного огранщика. Он преподнес свою практику, такой, какая она есть. И он сделал это высшее подношение своим учителям. Одно за одним подумайте о вещах, которые вы сделали. О всей той работе, о каждой медитации, о каждом занятии. И подумайте, как прекрасно то, что вы сделали. И о том, что вы сделали счастливым Будду и своих учителей. И преподнесите это подношение им. Каждую маленькую медитацию. Так много, как вы можете вспомнить. Мы сделаем около 5 минут. Без плохих мыслей, без воспоминаний неудавшихся попыток. Вспомните лучше, как вы старались.
Пожалуйста, возвращайтесь из медитации. Проверьте ламу в вашем сердце. Попросите его оставаться с вами. Попросите его защищать вас и помогать вам. Сделайте 3 длинных выдоха. И отдайте хорошую карму этого подношения Будде и всем людям в мире и во всех мирах. Можете медленно открывать глаза и потянуться. Скажите, пожалуйста, как меня слышно, потому что мне несколько раз высвечивалась табличка, что у меня плохая связь. Хорошо, спасибо. Если вы спросите, как наш Будда делал его учителей счастливыми, то это было подношение. И подношение не денег и не цветов. Дупа — это попытка к практике. Может быть, не всегда удачная, но попытка. Спасибо вам. Итак, последняя медитация, и к ней картинка. Марин, следующая картинка, где девушка. Как вы думаете, почему было... Гершель спрашивает, почему было сложно найти эту картинку? Потому что это счастливая боль. А у нее болит голова, вот у девушки. И... Почему? Потому что она очистила свою карму, изучая сутру алмазного гранчика. Я такая, ха-ха, я так рада, что у меня болит голова. Вот. Это то, о чем вы должны помнить, когда вы видите эту картинку. У нее головная боль, но она рада, что она очистилась от плохой кармы. А на руке у нее, кстати, что-то похожее на четки. Вот. А медитация 19, следующая. Как удовлетворить, ублажить миллиард Будд? Помним, да, что у нас тут разные секции в сутре. То есть есть сутры, кто-то ее разбил по-разному. Кто-то ее разбил на 97 секций, а кто-то на 18. И Гэш Майкл задает вопрос, а почему мы пропускаем некоторые секции? И Гешта говорит, что так делает Камалашила. И он дает нам самые главные секции, где ему есть что сказать. И где ему нечего сказать, он как бы их пролистывает. И если бы мы шли по всем частям, то этот курс у нас занял бы несколько лет. Вот поэтому. Сутра. Субхути. Я вижу это моими силами ясновидения. Прошедшие дни сквозь прошедшие бесконечные ионы, которые сами по себе более чем неисчислимы, далеко за временем и даже до того, как тот, кто ушел таким образом, разрушитель света, врагов, разрушитель врагов, идеальный и совершенный просветленный, с именем Создатель Света. Это такое отступление, пауза.
И Гешла спрашивает у аудитории, какой из тантрических обетов он сейчас почтил? Кто может угадать? Не знаю, кто из вас изучает тантру, но я, пожалуй, скажу сразу ответ. Он не назвал имя своего ламы. Он сказал: «Тот, кто так ушел, разрушитель врагов, мой учитель, создатель света». То есть он не сказал: «Эй, Майк, здорово, там, учитель, привет». Этот обет о том, что вы должны уважительно ссылаться на имя своего ламы. Так вот, обратно к сутре. До этого пришли 840 миллиардов Будд. Не знаю, как это сказать по-русски. И я был способен угодить им всем и никогда не расстроил никого из них. Конец цитаты. Что является большим достижением, если вы ученик, говорит Геша Майкл. Не расстроить никого из своих учителей. Во-первых, что мы поняли из этого? Какие подношения делал Будда, чтобы порадовать своих лам? 840 миллиардов Будд. Он делал это не тем, что он подносил материальные вещи, но он подносил свою практику, свои попытки к практике. Он преподносил свои попытки к практике. Потому что это самое лучшее или самое приятное подношение. Второе. Вопрос. Почему Будда вдруг говорит о себе? Почему он сказал здесь о себе? Я накопил хорошую карму с 840 миллиардами миллиардов Будд. Почему? Почему он так говорит про себя? И как вы думаете, что будет дальше? Какие-нибудь предположения? Почему Будда говорит, что он накопил хорошую карму с таким большим количеством миллиардов Будд? И почему он говорит про себя? И самый главный вопрос, что будет дальше? К чему он ведет, короче? Кто-нибудь знает? Нет. Хорошо. Потому что дальше он говорит, что сам Будда говорит, что я не накопил никакой хорошей кармы в сравнении с теми, кто в последние 500 лет изучает сутру алмазного огранчика. Это мы. Вся карма, которую я накопил, все миллиарды лам, ничто по сравнению с тем, что вы создаете сейчас. Это сказал Будда. Он сказал, что вся карма, которую я создал, ничто. Классно, да? И Камалашила говорит, ну, он же любит сравнения, Камалашила. И он говорит, я вот для вас сейчас сравню как-то. Давайте возьмем тонкое лезвие, повернем его острием вверх и посмотрим, насколько оно широкое, вот это его самое острие. И затем вот эту вот пупусечку сравним с Эверестом, самой большой горой в мире. И он говорит, посмотрите на острый край лезвия. И это будет карма, которую я создаю, то есть Будда. В сравнении с Эверестом, с тем, что создаете вы прямо сейчас, изучая сутру алмазного огранчика. Так сказал Камалашил, сравнил. Гештал говорит, что раньше, во времена Будды, когда это все было сказано, все измеряли вот типа вот таким пальцами. Это какое-то нам слово говорит, как это по-китайски называется. Короче, вот так пальцами. И сколько у меня пальцев до пупка, и от пупка, и всякое такое. Так, ну, мерили. А в этом случае
у нас идет сравнение с чем-то, что даже меньше, чем палец, лезвие. У них даже не было способа измерить это что-то. Ух ты, Цуни, спасибо, Марин. Откуда ты знаешь? Что у них не было способа даже измерить что-то, что вот меньше, чем этот палец, потому что это, ну, как бы самое маленькое измерение. Нет сравнения, и нельзя сравнить карму, которую вы создаете, и которую создает Будда. И кто так сказал? Кто может так вообще сказать, что нельзя это сравнить? Правильно. Только Будда. Я вообще разговариваю с компьютером, чувствую себя немного неловко. И поэтому я считаю, что вы мне отвечаете с той стороны, и я делаю вид, что я вас слышу. Вот, но если вы будете писать ответы, даже если позже, то будет тоже хорошо. Так вот, кто так может сказать? Мы киваем, спасибо, Татьяна. Кто может сказать, что нельзя вот сравнить это? Только Будда. Только Будда может сказать и вот это понять, что на самом деле это даже нельзя сравнить. Человеческое существо не может это измерить. И Гешла говорит, что случится, если вы попробуете измерить вот эту вот разницу? Он говорит, ку-ку, с ума сойдете. И Будда говорит, пожалуйста, не пытайтесь. Только я могу сделать это, только я могу это сравнить, измерить. А, говорит, поверьте, я, моя карма — это как лезвие, как остриё лезвия, а вы — это гора, ваша карма — как гора. Даже не пытайтесь сравнить. И если вы попытаетесь, то вы сойдете с ума. Он прямо так и говорит в сутре, Будда говорит. Вы станете сумасшедшим. Он использует слово ньо-ньопа, сумасшедший. Ку-ку, говорит Гешмак. И потом мастер Камалашил говорит, что... То, что он любит говорить, что... Это моя прямо любимая, одна из любимых его фраз. Непостижимый и немыслимый результат придет только от такой же непостижимой причины. И он повторяет это. Непостижимый или немыслимый результат это... В данном случае это имеется в виду буддовость, буддахуд. Должен прийти этот результат, это буддахуд, это буддовость, должна прийти только от причины, которая также непостижима и немыслима. То есть вот это непостижимо и немыслимо в смысле, что вы не можете даже представить это. И поскольку вот это состояние буддовость, она непостижимо крута, поэтому причина, которая ее создает, также должна быть непостижимо крута. Так говорит Геш Майкл, если что, не я. Понятно? И ему нравится это выражение. Кажется, во втором классе Камалашилы прямо была фраза, цитата, что... В общем, тоже такая же про это, то, что здесь он немного перефразирует. Это у меня это даже где-то есть в Фейсбуке, мне она очень нравилась, что... Если вы не способны делать сложные вещи, то не ожидайте какого-то хорошего, большого результата. Если вы не способны делать то, что сложно, то и не ожидайте ничего особо классного. В общем, про это. И дальше опять мы возвращаемся к нашему сравнению. И дальше он пытается найти сравнение в обычном мире. И Камалашила использует дерево Ньягрода. Это инжировое дерево. И у нас есть такое дерево в Diamond Mountain. Оно было маленькое, а сейчас выросло огромное. Это все еще про Diamond Mountain. Правда, есть инжировое дерево. И там даже растут инжирины. Гешла говорит, что Будде нравилось преподавать в Шравасти в двух местах в Индии. Одно из них — это сад в Джатаване, и другое, второе место — это инжировый сад. В общем, сад, где растут инжировые деревья.
И там он преподал историю о жемчужной девушке, которую вы, наверное, не знаете, потому что это курс Ламрим. А, Гешет говорит, съездите туда, если будет шанс. Там очень красиво, и можете словить там хороший понос. Так говорит Гешла. Вот. То, что ты его любимая шутка про Индию. Итак, возвращаясь к Камалашиле. Наша картинка, которую нам показывает Марина. Семя горчицы. И это то сравнение, которое использовал Иисус. Карма такой величины, семя горчицы. Оно такое маленькое, и оно создает огромное поле. И всего несколько семян, таких вот крошечных, могут создать такое огромное поле. И огромное количество животных может жить в нем, в этом поле. И Иисус также говорил про семена горчицы. И мастеру Камалашиле нравится говорить о том, что что же там такое, черт возьми, внутри этого семени? Что делает эти семена сильнее, чем другие? Должно быть что-то внутри него, какая-то вещь, которая вот спрятана в этом семени глубоко, в этом семени горчицы. Что-то, что делает его суперсильным. И наша карма, она также работает. Вы делаете кому-то чай, и потом у вас будет чай в тысячи жизней. И Ламрим говорит, в Ламриме говорится, если у вас есть шанс сделать маленькую хорошую карму, какое-то маленькое хорошее дело, то не пропускайте этот шанс, не упускайте, сделайте это. Открыть дверь кому-то или помыть одну чашку. Вы думаете, ну что там одна чашка, ничего не изменит? Нет. Это маленькое семя. Не упускайте этот шанс. Гешла говорит, что он мыл посуду для своего учителя, для Ринпоче, 8 лет. И что он говорит, что он очень счастлив, потому что ему еще очень-очень долго не придется мыть посуду. И еще он говорит, что он был поваром и был плохим поваром. То есть, типа, он плохо готовил. И не знает, хорошая ли это карма или плохая. Вот. Я предлагаю сделать перерыв, пока я не совсем в конец охрипла. Пойду попью чая, на который у меня пока не выросла карма, чтобы мне его подносили. Давайте сделаем перерыв на 10 минут и встретимся в 9:10. Итак, поехали дальше. Два вопроса. Последнюю медитацию подношения можно делать ежедневно? Конечно, можно. Я разрешаю. Это хорошая вещь, почему бы и нет? Тамара спрашивает, а с чем связан обет не называть имя своего ламы? Почтительно относиться, не называть. Не знаю, я не изучаю тантру пока и не могу об этом сказать. Я просто знаю, что это упоминает Геша Майкл, и поэтому я это перевожу и доношу до вас. Итак, давайте пойдем дальше. Да, медитация номер 20. Это у нас, да, следующая картинка. Спасибо, Марина. Теперь слушайте, говорит Геш Майкл. Следующая секция. И потом Субботе сказал Будде. О Будда, что насчет людей, которые ступили на путь Бодхисаттв? Как они должны жить, как они должны практиковать, как они должны держать свои мысли, в смысле думать.
Но он же задавал этот вопрос. Вы же помните его? Это был первый, вообще, с чего началась вся сутра, первый вопрос. Гешла говорит, может, кто-то случайно страницы перепутал? Почему этот вопрос здесь оказался? Кто-то просто слушал какую-то песню и страницу не туда положил. Вот. А, нет. В этой части сутры Субхути задает тот же вопрос. И если вы изучаете ответы, которые дает Будда, в этом ответе он не говорит о трех частях вопроса, которые мы все знаем, как думать, как практиковать и как жить. Да. Так вот, здесь Будда отвечает на этот вопрос таким образом. Он говорит о первой части вопроса. Он как бы отвечает на вступление этого вопроса. А что это? Как еще раз, как звучит вопрос? О Будда, что насчет людей, которые ступили на путь Бодхисат? И дальше, как они должны жить, как они должны практиковать и так далее. Это о тех, кто ступил на путь Бодхисаттвы. Кто пытается быть Бодхисаттвами? Кто это? Все мы. Мы стараемся начать путь, встать на путь Бодхисаттвы, правильно? Как мы должны жить, как мы должны практиковать, как мы должны думать? Но вопрос начинается, а что о тех, кто пытается быть Бодхисаттвами? И Будда здесь обращается к первой части вопроса, до того, как бы, как отвечать на вторую часть. И он такой, типа, в смысле, кто ступил на путь Бодхисаттв? Это вообще что значит? Кто? Кто ступил? Вот, и так отвечает Будда. То есть он не говорит, что, о, вы должны практиковать вот так, думать вот так. Нет, он нападает на Субхути и говорит, что это вообще такое ты имеешь в виду? В смысле ступить на путь Бодхисаттв? А ты думаешь, кто заходит на путь Бодхисаттв? В общем, о чем это? Вообще со мной? Я как-то не проверила обратную связь. Да? Да? Вы со мной? Все хорошо? Я думаю, да. Так. Спасибо. Если вы думаете, что вы ступили на путь Бодхисаттв, то вас так тфу и выкинет из этого пути. Помните про это? Понятно? И в этом его ответ. Если вы думаете, что... Кто? Татьяна. Что Татьяна зашла на путь Бодхисаттв, то Татьяну выкидывает с пути. Что это значит? Каждый раз, когда... Вы отвечаете на вопрос в этом классе, вы можете просто сказать, что типа это как второй муж. Вот, это будет подходящий ответ на все вопросы. Что это значит? Что значит выкидывает с пути? Если вы думаете, что муж происходит от мужа, вы делаете ошибку. Если вы думаете, что вы происходите из какого-либо еще места, кроме ваших семян, если вы думаете, что кто-то, кто не происходит из семян, заходит на путь Бодхисаттв, то вас сразу выкидывает с этого пути. Все о вас происходит из семян. Ваши волосы, ваш нос, ваши собственные мысли. Все это выходит из семян каждую секунду. И этот класс выходит из семян. И ваш дом. И все, абсолютно все о вас. И если вы так не думаете, то, типа, вообще в каком смысле вы зашли на путь Бодхисаттв? Типа, иди отсюда, мальчик. И Будда здесь такой строгий. Весь мой успех, все попытки быть Бодхисаттвой происходят из того, что я делюсь с другими людьми тем, что я понял. И все происходит оттуда. И от благословения моего ламы. Из этих двух вещей. Вот, это то, что сказал Гешамак. Майкл. Все,
чем я являюсь, происходит оттуда. Кто ступил на путь бодхисаттв? Мое деление с другими людьми ступило на путь бодхисаттв. И если бы это было не так, то я бы никогда не получил свое предсказание. Так, здесь я не очень поняла, и мы обсуждали это, я обсуждала это своим учителем, о ком это говорит Геша Майкл. Видимо, о Субботе. Что если бы это было бы не так, то я бы никогда не получил свое предсказание. Есть забавная часть в духовной жизни, когда вам на голову ставят ногу и говорят: «Я предсказываю ногу». «Я предсказываю, ты будешь Буддой типа через 16 месяцев, 2 дня и 4 часа». И там, отметьте себя в телефоне это событие. Вот, есть такое предсказание. И если бы я думала, что есть бодхисаттва, ступивший на путь, то Будда не дала бы мне мое предсказание. Вот. Геша Майкл говорит, что будет еще позже об этом рассказывать. Вот. Последняя вещь здесь. Камалашила говорит: «Вы заметили? Он повторяет». Да. Камалашила говорит: «Это для людей, которые не поняли с первого раза». В этом месте, в этот раз, буду повторять для тех, кто не понял. И по буддийской традиции к Камалашиле приходит дебатер, человек, который будет с ним спорить. И Камалашила позволяет прийти дебатеру и критиковать его, то есть Камалашилу. И дебатер говорит: «В смысле он повторил это для тех, кто не понял с первого раза? Что это значит?» И Камалашила отвечает, что это нормально. Некоторые люди немного туговаты. Они думают, что муж происходит со стороны мужа. И эти люди слышат про ручку 1, 2, 5, 10 раз. Вот. И вроде бы все хорошо. А потом они идут домой и в первый день ругаются с мужем. Сразу же. Геша Майкл говорит: «Деревянная у них голова». И Камалашила говорит, что у некоторых людей так бывает, и поэтому нужно для них повторять. И тут дебатер, значит, на это отвечает и говорит: «Но это вообще глупости. Если Будде нужно было бы повторять каждый раз для тех, кто не понимает, то сутра никогда бы не закончилась. То есть всегда бы оставался тот, кто что-то не понял, и пришлось бы повторять». И тогда бы нужно было приезжать на ретриты в Diamond Mountain по 10 тысяч раз. Типа: «О, это мой 10-тысячный, скоро там, не знаю, юбилейный раз». Вот. То есть это бы никогда не закончилось. И Камалашила на это отвечает: «Нет, не забывай, что пустота — это сильная штука. И все это поймут когда-то. Это не бесконечно. Многие не поняли с первого раза и не поняли со второго. И это нормально — повторять учение». И каждый раз, когда вы повторяете, каждый этот раз ценен. И если ваши студенты не поняли, и вам нужно повторять снова, но вы устали, и вы такие, типа: «Все, хватит, иди отсюда», ну, типа, то вы ленивый. То это вы ленивый, это не ученик ваш. И тогда вы не хороший учитель. И Геша Ла повторяет вот эти несчастные 4 шага 1000 раз. И не просто повторяет со сцены, но после того, как он провел, не знаю, сколько, 2-3 часа лекцию, люди к нему приходят и говорят: «Так, а вот у меня с мужем проблемы, так что делать-то?» И после того, как я была переводчиком одного из учителей на DCI, я поняла эту проблему, что действительно вопросы одни и те же. Но если вы не повторяете, то это вы ленивый. И вы — это как те люди, которые не любят мыть посуду. Учить не всегда весело.
И иногда вам нужно повторять снова и снова. И Гешла говорит, что... В общем, он там сидит, мысли Гешла, сидит в робе монашеской, и там она такая, типа, как майка, ну, в общем-то, ткань, которая завязывается. И кофта, сам верх, у нее есть такой кармашек. И Гешла говорит, типа, мне с ним было интересно, зачем этот кармашек существует, такой маленький. И теперь я понял, что туда класть диктофон. Кто-то ко мне подходит и спрашивает, а что мне сделать? И такой, тык! Используй 4 шага. 1, 2. Вот, чтобы не повторять. Такие дела. Теперь мы дошли до 16 секции из 18 секции. И это секция о том, как прикладывать усилия, чтобы получать больше учений. Картинка. Какая картинка? Следующее, после девочки. Да, Киану Ривз. Фильм «Матрица». Я шла говорить, что вам нужно его посмотреть, если вы не смотрели. Если смотрели, тоже. Он крутой, и он весь о пустоте. И вот эта картинка... Я шла, пришлось использовать рисунок вместо фотографий, потому что нельзя использовать фотографии Киану Ривза. Вот, если вы когда-либо об этом задумывались. И, в общем, Гешелан нашел этот рисунок. И в этой части фильма в него стреляют, и он такой вдруг осознает, что все происходит из его семян, и он такой ставит руку, и пули падают. Вот. Потому что он понимает, что все происходит от него. И, в общем, Гешела очень нравится этот фильм. И в этой части есть большое учение. Но при этом это фейк, это неправда. В общем, предупреждение. Я буду употреблять слово «фейк», которое как бы есть в русском языке, но оно как бы английское. И фейк здесь подразумевается в смысле... как бы нереально, неправда и нереально, не может существовать. Так вот. Этот фильм, он содержит большое учение, но при этом это фейк, это неправда. И это просто актер, и это просто фильм. И наверняка кто-то просто кидал пули, они падали на пол, и фотограф успел сфотографировать, и получилось так вот классно. Но он не особенный человек, это просто какой-то актер из Голливуда. И ему заплатили, чтобы он там стоял, и чтобы он притворялся духовным. Ему за это платят, чтобы он был духовным. И неизвестно, кем он на самом деле является, но факт то, что весь фильм — это фейк, это не правда. И это все было снято в маленьком скучном городе в Калифорнии. В каком-то доме, в какой-то специальной студии. Это все нереально. Но при этом это нам помогает. И вот этот фейк, который нам помогает. Скажите «Янда кунзо». «Янда кунзо». Это полезный фейк. Полезный фейк. Верный фейк. Настоящий фейк. Мы про это уже говорили, помните? И его противоположность — это лопе кунзо. Это неверный фейк. Плохой. У нас есть хороший и есть плохой фейк. И вот этот фильм — это хороший фейк. И теперь кое-что интересное идет. Приготовьтесь. Все реальное, реальные вещи, как пустота, они происходят из хорошего фейка. Почему? Тело Будды, Дхармакая, высшее тело Будды, создано мудростью Будды. И при этом мудрость Будды — это фейк. Почему? Потому что выглядит так, как будто происходит из Будды. Но на самом деле это происходит от вас, мудрость Будды происходит от вас. Но при этом это хороший фейк, как фильм «Матрица».
Когда вы думаете о сознании Будды, у вас есть неправильные идеи об этом, неправильные восприятия, как о муже. Вы думаете, что Будда, вот он сам существует, но он также происходит из вас. И это фейк, что означает, что это обманывает вас. Типа, смотри, я мудрость Будды. Это такой, нет, ты мои семена, ты из меня происходишь. Это как мой муж. Если вы практиковались долго со своим мужем, много лет, то вас не одурачишь. Это также происходит от меня. И это называется, типа, лучший фейк на свете. Высший тип хорошего фейка. Мудрость Будды. Что такое высшее тело Будды? Это тело пустоты. Откуда оно происходит? Из мудрости. Высшее тело Будды происходит из мудрости. Оно настоящее, пустота, оно реальное, но оно происходит из фейка, из мудрости Будды. Вы же со мной? И Камалашила говорит, что это так странно, но это так круто. И это самый крутой фейк в мире. Это мудрость Будды, которая создает тело Будды, которая единственная реальная вещь. Это круто. И поэтому там у нас в нашей медитации написано «чистый обман». Ну, не знаю, напишите себе «чистый». Просто Гешла здесь говорит фразу «чистое восприятие». Pure deception. «Чистое восприятие». Это не очень хороший перевод здесь. Хорошо. Итак. Это маловероятный источник мудрости Будды. Это тоже интересно. То есть, что такое маловероятное? Это когда вы не догадаетесь, что что-то, что нереально, создает абсолютное тело Будды. Камалашила думает, что это странно. Нереальная вещь в этом мире создает реальную вещь. Если у вас есть мудрость, то у вас есть тело Дармы. И если у вас есть тело Дармы, то оно чисто. Оно реально, оно абсолют. Хотя не существует абсолютно. Но это другой вопрос, Геш Майкл про это не рассказывает. И я не буду, собственно, потому что я не знаю. Вот. Это была медитация номер 21. И теперь... Знаменитый пример этих двух типов фейков — это сон и реальная жизнь. Сон, если подумать, то он происходит из семян. Ну, логично, как и все. Но это неправда, и это нереально. Сон, как бы, ну, он нереален в том смысле, что можно умереть во сне и при этом проснуться. Но если ты умрешь в реальной жизни, то ты как бы умрешь. Вот. Но эти обе этих штуки происходят из ваших семян. И реальная жизнь и сон. Они оба равны. И они происходят из семян. Реальный фейк и нереальный фейк. Вот, вам нужно привыкнуть к этой терминологии. Гешла говорит, что ему нравится последнее занятие, потому что можно ничего не объяснять и идти глубоко. Я посмотрела про перевод медитации. Наверное, это было все-таки верно. Чистый обман. Но это не... Понимаете, что это просто не обман, что в смысле кто-то вас обманывает, а это обман в смысле типа фейка, типа вот введение в заблуждение, когда что-то не то, чем кажется. Вот, поэтому, возможно, стоит поработать еще над переводом. Вот. Итак.
Еще две медитации у нас осталось. 22. Иллюзии. Иллюзии — это причина, по которой реальность обманчива. И здесь Камалашила цитирует сутру. Она не так знаменита. Я шла говорить, что я нашел эту сутру для вас. Ее мало кто знает, но, в общем, цитата. В ней говорится, что все вещи Будды, те, кто живет в этом мире, проживают эту жизнь в вещах, которые не существуют. Конец цитаты. Вторая часть проще. Пройдем от нее. Те, кто живут в этом мире, проживают эту жизнь в вещах, которые не существуют. Сутра называется «Высшая сутра большего пути», сияющая драгоценность мудрости. Мудрости Будд, который достигает всех вещей. Ее преподал Будда. Ну, в общем, здесь все понятно, правда? Те, кто живут в этом мире, проживают жизнь в вещах, которые не существуют. Про это мы только что говорили. То есть, когда вы злитесь на мужа, который пришел домой и стал кричать, а вы ничего не делали. И тот муж, который существует без причины. Муж, у которого нет причины, он не существует. Потому что всегда есть причина. И вы создали каждого раздражающего вас человека, которого вы знаете. И Гешала говорит, что в Diamond Mountain есть такая шутка, что есть какой-то неприятный студент, и он подходит и говорит, типа, блин, так странно, все вокруг меня, ну, каждый вокруг, кто меня окружает, тупой. Вот, и мы такие, типа, все, ага, мир — это зеркало, дорогой, мир — это зеркало. Вот. Если вы не понимаете этого, то вы живете в вещах, которые не существуют. Вы замужем за тем, кто не существует всю жизнь. Понятно? Первая часть той фразы. Все вещи — Будды. Пол — это Будда. Свет — это Будда. Телефон — это Будда. Что это значит? Главное качество Будды, о котором мы сейчас говорим, это мудрость Будды. Это маловероятная и неожидаемая причина дхармакая, тела реальности. То, что фейк создает для вас ваше абсолютное тело. Но когда люди смотрят на Будду, они чувствуют то же самое, что и к мужу. Он происходит сам по себе, без причины. Я не создавал Будду. Я там, типа, даже не жил тогда. Я не настолько старый. Есть качество даже о Будде. Он не тот, кем он кажется. Потому что кажется, что он происходит со своей стороны, как ручка. Но на самом деле он происходит от меня. И теперь. Сколько вещей имеют такое же качество? Правильно, все. Поэтому все это Будда. Это то, что Будда тут говорит, что все вас обманывает, особенно муж. Потому что кажется, что он со своей стороны происходит. И Будда также. И все вещи также, как и Будда. И поэтому все Будда. Именно поэтому все это Будда. Почему? Потому что все это фейк. Хороший фейк, но фейк. Вы со мной? Кивните мне. Хорошо. Спасибо. Татьяна со мной. Елена кивает. Хотите пойти глубже? Я считаю, что да. И если вы понимаете то, о чем я сейчас сказала, и если вы думаете о своем понимании, то, наверное, вы думаете, что самопонимание происходит со своей стороны.
Вот если вы просто бы себя поймали в тот момент, когда вы подумали, я поняла. Потому что это привычка, это заболевание, и оно в каждой клетке нашего тела. Мы даже не можем подумать о своем понимании, потому что мы думаем, что оно, ну вот как бы есть, само по себе. И когда мы думаем об этом, мы такие типа, о, я поняла, я вот прям поняла. И типа, а почему ты поняла? Ну, потому что я умная. Нет, потому что ты помогал другим понимать. И понимать семена вашего собственного понимания. Если вы это будете делать, тогда вы настоящий бодхисаттва. Потому что тогда, только в этом случае, сложно потерять свое понимание. И если вы сажаете новые семена, чтобы понимать, если вы не сажаете новые семена, чтобы понимать, то вы устанете от сутры. Вы подумаете, ну, все хватит. Типа, посплю в это воскресенье. И вы потеряете свои семена хотеть понимать. Не просто понимать, но хотеть. И поэтому важно продолжать сажать. Если вы используете сутру, чтобы сажать деньги, то что вы должны делать с какой-то частью этих денег? Правильно, пересаживать. Вы должны пересадить это, реинвестировать. Вы должны пойти и помочь кому-то еще. Не все деньги. Вы можете сходить в магазин, купить себе одежду, которая вам нужна, или купить то, чего вы хотите, и часть отдать другим. И это нормально. И этого будет достаточно. Потому что семя горчицы создает большое дерево. Но вы должны понимать, откуда берется само ваше понимание. Иначе просто однажды вам это наскучит. Вы скажете, ну все, типа, хватит, я все понял. Я, пожалуй, не пойду на занятия. И это происходит просто потому, что семена, как бы, вы расходуете их. И поэтому у вас нет выбора. Вам нужно делиться этим с другими. Ну, как бы, как сказать нужно? Вот моя мама все время мне говорит, не говори людям, вам нужно. Вот, но я на самом деле просто перевожу, как Геша говорит, так же говорю вам. Но здесь нужно в каком смысле? В смысле, что давление, нельзя давить на вас. Вам, конечно, может быть, и не нужно, но не нужно вам в каком случае? Если вы, ну, хотите быть глупыми, тогда вам не нужно, тогда не давлю. Вот, если это ваша цель на следующий месяц, типа, да, хочу потупить, поглупеть. Тогда да, тогда не нужно делиться. Но получается, что это, ну, как бы вы застряли. У вас нет выбора, извините. Так вот, картинка 22. Да, Елена, хорошо, я согласна про ненасильственное общение, но в этом смысле именно нужно. Так вот, картинка 22. Какая из девушек реальна? Как вы думаете? Правильно, никакая. Молодцы. Вот, совершенно верно, Людмила. Последняя медитация. Дальше мы переходим. Медитация 23. Здесь Камала Шила говорит о двух типах мудрости. Неожиданно, правда? Повар и два типа мудрости. Из сутры алмазного огранщика вы получаете два типа мудрости. Первый тип. Мудрость семьи. И это означает, что когда вы достигаете хорошего фейка, мудрости Будды, не абсолютного фейка, но из-за мудрости вы присоединяетесь к семье Будд. Вы меняете фамилию, и у вас, получается, Марина Будда. Вот, вместо Марины Архипова. И означает это, что значит? Что вы теперь соответствуете новой семье. Камала Шила говорит, что, как у всех рожденных людей, вы получаете тело. Как человек, который родился, у него есть тело. Также, когда вы присоединяетесь к семье Будд.
Вы получаете новое тело. Тело мудрости. Это одно из четырех тел Будды. Второе. Это мы сейчас рассматриваем два типа мудрости. Второе. Самата Ньяна. Самата Ньяна. Мудрость, что все вещи равны, означает, что все пусто. Пол не происходит сам от себя. Ковер не происходит сам от себя. Солнце не происходит от себя. И последнее ваше дыхание не происходит от себя. Все происходит от того, как вы обращаетесь с другими. И Камалашила говорит, что когда вы получаете второй тип мудрости, вы получаете большую семью. Вы как бы вдруг оказываетесь в семье всех живых существ. И первая мудрость дает вам просто новую семью, семью Будд. А вторая мудрость дает вам большую семью всех живых существ, всемиры, везде. Почему мы об этом говорим? В секции 107 Будда говорит: «О Суббути, подумай о человеке, чье тело стало больше». Это все. Это все, что говорится в этой секции. Больше ничего. Его живот стал больше. Это фотография, поэтому такая фотография. Когда вы станете понимать сутру алмазного огранщика, насколько большим будет ваше тело? Оно будет таким большим, как все тела. Вы будете реально толстыми. Потому что ваше тело будет такое же большое, как весь мир. И последняя вещь. Способ DCI. Сейчас. Очень важно. Допустим, это пончик. Да. Это то, как этому обучают в DCI. И я шла здесь говорить, что он хотел бы, чтобы люди, которые изучают курсы ACI и курсы Камалашилы, приходили на программы DCI или слушали записи, потому что тогда вы научитесь объяснять эти вещи так, как это интересно, в каком виде это интересно слушать тысячам людей. Так вот. Мне нужно чьё-то имя. У меня было написано про Салиху, но Салихи нету. Лена. Хорошо. Лена так Лена. Спасибо. Так вот, вопрос. Я — это Лена? И вы, скорее всего, скажете нет. Почему? Потому что, ну, как бы я тут, а Лена там. Я подозреваю, что, наверное, в России, а я-то в Америке. Однозначно, что как бы вроде мамы... Ну, я не Лена. И это как бы вот, если сказать «мы одно», это звучит вроде так хорошо, так вот мило, так очень хиппи, вот типа вот «мы одно». Или «я такая же». Но здесь я не говорю, что «я такая же». Я говорю не так. Я говорю, я, Лена, не такая же. Потому что такая же, если подумать, означает, что все же мы разные. Мы разные люди. Типа, я люблю тебя так же, как его. Но это не одинаково. Мы один человек. Так вот. Ну, вроде бы нет. Я сижу тут, а она сидит там. И выглядим мы по-разному. Хорошо, согласна, визуально. Но теперь поговорим функционально. Один ли мы человек?
И я сейчас это буду рассказывать, так как рассказывал Гешела, в том смысле, что я буду делать вид, что я это он, потому что иначе это будет не так. Так вот, Гешела спрашивает, какая, значит, моя любимая вещь, кроме с утра алмазного огранчика? Пончик. У кого что? Гешела говорит, что вот у меня они очень близко находятся. Пончик и с утра алмазного огранчика. И они как бы вот конкурируют, какая вещь более любимая. Вот. И, извините, я должна сказать эту шутку. Он говорит, что если я уроню обе эти вещи в туалет, то я даже не знаю, что я достану первым. А, наверное, сначала пончик. Вот. Он говорит, нет, что он шутит. Это было забавно. А, так вот, вот пончик. И если я хочу больше пончиков, то это моя цель на октябрь и на все другие месяцы. Мне нравятся пончики. И поскольку я изучала с утра алмазного огранчика, я понимаю, что если я хочу гарантировать себе свою будущую поставку пончиков, а сегодня у меня есть только один, то мне нужно положить его в рот. В этот или в тот? В Ленин. В смысле, в рот Лены. Хорошо. Это бизнес. А, люди спрашивают, чем ты занимаешься? А, это такое, я в пончиковом бизнесе. Я их переумножаю. А, как? Если я хочу, чтобы больше пончиков зашло в этот рот, в мой, то мне нужно положить больше пончиков в тот рот. Представим, что это рот Лены. Извините, Лена. Вот. Это все. Согласно этому бизнесу, который называется буддизм. Слушайте, это типа вроде бы так все просто, но нет. Это вроде бы мило раздавать пончики, так по-доброму, так приятно, хорошо, не эгоистично, люди вас любят, духовно, отдавать вещи. Это моя мотивация? Нет, я просто хочу пончик. Почему я даю тебе пончик? Потому что я их хочу, потому что мне они нравятся. Мне нравится, я его даю. Мне нужно отдать ей. У меня нет выбора. Чтобы получить пончик в этот рот, мне нужно положить его в тот рот. Мне нужен другой человек, но у меня его нет. Это происходит вот так. Вот это пончик. Это рот, это другой человек. И это выглядит вот так вот. Это мой рот. Функционально мой рот отличается от ее рта. Нет. Это и есть мой рот. Поэтому мы одно. Поэтому мы один человек. И тогда нам нужно, Лена, поменять имена на... Ленрина, типа того, Ленрина, вот. И это о том, что все существа в этом мире думают неверным способом. Если вы не Будда, то вы думаете неверно. И поэтому все языки, в смысле, на которых говорят, они сломаны. Нет такого слова, как «я-ты» или «ты-я». Кто ест пончик? Как мы сказали, Ленрина. Ленрина ест пончик. Я кладу пончик в твой мой рот. И почему Будда не может с нами разговаривать? Наверное, у них странный язык. И когда вы станете Буддой, вы не будете думать на языке, на котором мы говорим сейчас. На языке Будд, вот это Ленрина, я ты, мой твой, и, может быть, поэтому они не так часто с ним разговаривают. Они говорят по-другому. Нету этого разделения, как бы, что есть ты, есть я, есть я ты. Потому что это одно, функционально это одно.
Поэтому Будда сказал. У тебя будет большее тело. И, может быть, поэтому у вас уже есть большее тело, но вы об этом не знаете. И, может быть, у вас уже есть 7 миллиардов ртов, но вы не знаете. Еще. Когда у вас есть мудрость Будды, вы рождены в новой семье. И это правда, что ваше тело стало больше на 7 миллиардов. Вы не просто большие, вы огромные, вы супер толстые. И вам придется покупать новые штаны на 14 миллиардов ног. Дальше Камала Шрила говорит последнюю вещь. Если вы понимаете, если вы наконец поняли, что вы — это 7 миллиардов людей, и вы Будды, то никогда не говорите «я понял». Потому что как бы больше никто не понял, да, а вот я понял, вот я понял, а они все нет. Почему? Потому что вас выбросит, вас выплюнет. И вы начнете сначала. Если у вас есть неправильная идея, почему вы это поняли? Вы поняли только потому, что вы делились с другими. И никогда не забывайте, что только это семена для понимания. И если вы про это забудете, то на следующей неделе вы уже не будете понимать. Та-да! Вот. На этом официальная часть закончена. Далее у нас идут вопросы. Во-первых, я готова к вашим вопросам. Нет, это во-вторых. Во-первых, я хочу вам... далее еще идет занятие, и Гешала отвечает на вопросы людей из зала. Я хочу вам их тоже рассказать. Вопрос хороший. Если каждый раз, когда вы получаете пончик, вы будете его отдавать, то получается, что вы сами никогда не съедите пончик. Ну, вы типа каждый раз отдаете, и у вас просто нет пончика, вы же его отдаете. Вот. И ответ на это, что нет, потому что карма растет. И люди дадут вам 100 пончиков. Вам два человека дадут 100 пончиков. И это будет так работать. И деньги, например, будут больше, чем вы сможете использовать. И даже если вы захотите быть эгоистом, то у вас не получится, потому что, ну, типа, что с ними делать-то? Следующий вопрос. Если мы одно, то могу я просто сам съесть пончик, и все. Ну, типа, мы же одно. И есть идея в буддизме, есть история, что была голодающая семья, и у них был последний кусок еды. И отец, глава семьи, понимал, что если сейчас они разделят этот последний кусок еды, то они все умрут завтра. Но если он съест его сам, то у него будут силы, и он сможет пойти на поиски еды для всех. Вы можете использовать ресурсы для себя, инвестировать в себя, если вы знаете, что это поможет другим позже. Вы можете оплатить себе ламрим, оплатить себе ретрит, если вы знаете, что вы поможете большому количеству людей после. Это нормально. Но в основном, говорит Гешва, для того, чтобы карма работала, нужно, чтобы было неправильное восприятие того, что вы разделены с другими. Вот. Далее идет вопрос. Помните про насчет первой машины? Что там было Ранцен и Читсен. И одно это то, одно ли, то же самое ли это? И Гешла говорит, да,
и что не было первой машины. И даже если бы вам мама объясняла, что, ну вот, смотри, это машина, но у вас, если бы у вас не было семян, то вы бы не поняли. И вы бы не понимали до тех пор, пока у вас не появились бы семена, пока вы не посадили бы семена для этого. И если вы не помогали другим добраться до Тусона, это город здесь рядом, если вы игнорируете их нужды, то это вырастет тем, что вы не просто потеряете свою машину, но позже также раскроется третий цветок, и вообще все машины в вашей стране пропадут. И если пойти еще дальше, то пропадут даже картинки. И это то, как говорят, что случится с дхармой. То есть сначала люди перестанут практиковать, потом они забудут, как выглядят книги, и потом исчезнет вся дхарма. И Гешла говорит, что есть плохие планеты, на которых нет дхармы. Вот. Это ответы на вопросы. Если у вас есть какие-то вопросы, то я рада на них ответить, пока я не до конца хрипла. Уснула. Ариночка, повторите, пожалуйста, вот еще раз. Для того, чтобы карма работала, нужно неправильное понимание. Только что чуть-чуть. Это по поводу сейчас ответа на вопрос, да? Да, да, был такой вопрос, могу ли я съесть пончик, да. И о том, как ресурс использовать для себя, ну, в некоторых Хорошо, случаях. Хорошо, поняла. Угу. Спасибо. Да, Гешла здесь говорит одну фразу, и вот я вам ее вот просто перевожу, как он сказал. Он говорит, в основном для того, чтобы карма работала, нужно, чтобы у вас было неправильное восприятие того, что вы разделены с другими. Вот. Спасибо большое. Пожалуйста. Если у кого-то еще есть вопросы, то, пожалуйста, включайте вопросы, задавайте. Микрофон включайте, задавайте. Я уже немного засыпаю. Так, хорошо. Я считаю, что нет вопросов в таком случае. Все, мы завершаем наш третий курс по Камалашиле. И я вас с этим очень поздравляю. И я надеюсь, что для вас это было полезно и интересно, и я надеюсь, что вы будете продолжать делиться этим, что вы будете продолжать сажать семена для того, чтобы это понимать. И еще я надеюсь, что кто-нибудь из вас приедет в Diamond Mountain и пройдет настоящий ретрит, и пройдет настоящий курс Камалашилы или Ламрима, или чего-то такого. Потому что это совершенно по-другому. И это того стоит. Это вообще то, почему мы начали. Это как бы такая агитация. Ну, как бы маркетинговый ход. Чтобы вы приехали. Потому что здесь здорово, здесь хорошо. Кроме того, что здесь тепло, здесь учитель. И слышать учение от учителя — это совершенно по-другому. Вот, когда вам просто какая-то девочка в монитор рассказывает про Камалашилу, это одно. Когда вы слышите это от монаха в робе, который, возможно, ария, это совершенно другое чувство. Вот, я хочу вам сказать спасибо вам большое за возможность учить, за возможность делиться тем, что я получила. И я старалась это передать очень четко, и вы наверняка замечали, что мой перевод не всегда очень звучит по-русски, но я оставляла это так, потому что я просто хотела, чтобы это было как можно вот четче передавало то, что как говорил Геш Майкл. Вот. И это очень
Вообще классная возможность. Спасибо вам большое, что вы в воскресенье в 8 утра потратили 2 часа на то, чтобы послушать учения, глубокие учения. И это очень здорово. Спасибо. Книга будет? Книга? Да, будет ли сутра? Я вот должна ее перевести в ближайшие 2 дня. Я надеюсь, что я... Да, она будет точно, вопрос только когда. Да. Вот. Спасибо вам большое. Я вас очень поздравляю. Спасибо вам, что вы со мной и что вы завершили этот курс. И ура-ура. И теперь вы можете официально приезжать на 4-й курс по Камалашвили. И, пожалуйста, делитесь. Пожалуйста, рассказывайте это... хотя бы пару строчек, хотя бы соседу. А лучше сделайте группу, лучше сделайте прямо передачу, прямо по-настоящему. Вот. Спасибо вам большое. Я хочу еще вам сказать, что в конце занятия, когда мы завершаем какой-то вот этап, типа как сейчас курс по Камалашвили, мы делаем мандалу. И так сделал Геша Ла сейчас на занятии, и я спросила у другого своего учителя, он сказал, да, конечно, мы делаем мандалу всегда, то есть вот это вот. И Геваде мы также делаем посвящение. Единственное, что мы не делаем простирание. Вот. Поэтому я предлагаю нам это сделать сейчас, и давайте кто-нибудь будет петь, а я не буду. Я готова. Так, секунду. В книге сообщите в чате. Не очень поняла, что это значит. Камалашвили в электронном виде? Людмила, скажите, что вы имеете в виду? Или напишите мне потом сообщение. Хорошо, Татьяна, да, давайте. Саши Пуки Джукшини Токтрам Рира Плинкшини Дэкин Пади Санье Шингду Микте Ульварги Дробку нам дат Шингладжу Паршу Идам Гуру Ратна Мандала Камни Рятаям Кивади, кивоку, сунам еше цукдокши, сунам еше леджунвей, дампаку нито паршу. Спасибо вам всем большое.